Он работает с чужими воспоминаниями. Если вы не доктор, кто же тогда? Я провожаю людей в прошлое. Проникнув в глубины сознания, он узнает, что произошло на самом деле. Ему предстоит понять, кто перед ним – жестокий убийца. Анна сбросила Джудит с лестницы. Или невинная жертва. Прошу, Джон, помогите мне доказать, что я ни при чем. Вы единственный, кому они поверят. Начинаем. Но полностью доверять чужой памяти невозможно. Порой мы помним то, что нам хочется, а не то, что было на самом деле. Марк Стронг, Таиса Фармига. В психологическом триллере «Экстрасенс 2. Лабиринты разума».